Произошло возгорание в парке. Утром вызов в пожарную часть поступил в 5:15. Вот сейчас информация поступила к нам. Мы приехали сюда в районе 6 часов. Здесь наряд уже был пожарной охраны. Соответственно, пострадала кафе «Фишка», находящаяся на территории нашего муниципального парка 25 города Череповца. Причины пока неизвестны. Причины будут устанавливаться версии 2. То есть по общению с представителями Госпошнадзора, это первая причина, может быть, это поджог, вторая причина – это замыкание электропроводки. Ну, по урону для парка не могу сказать, кафе все-таки частное, вот, но хозяин, как вы видите, получил достаточно значительный ущерб.